Subaru B4, Subaru XMF3. Одноместный, если взрослый на нем едет. Или двухместный, если подростки. Электроскутер, электромопед. С мотор-колесом. Мощностью 500 ватт. Мощность 500 ватт, это не та самая мощность. Не та же, вернее, это не та же мощность, про которую говорится в правилах дорожного движения. О том, что мощность свыше 250 ватт требует наличия прав категории М. Потому что та мощность, о которой говорится в ПДД, это мощность в режиме длительной нагрузки. А мощность 500 ватт, указанная для данного транспортного средства, это пиковая мощность. Соответственно, мощность в режиме длительной нагрузки для данного транспортного средства не определена его производителем и может быть выявлена только экспериментальным путем проведения соответствующих испытаний. Да? Значит, ну вот он как бы выглядит. Сейчас он уже в покрашенном виде. Изначально он продавался черного цвета. Соответственно, я его перекрасил серебром. Значит, у него осталась штатная сумка багажная, да. Я на него установил слева зеркало заднего вида. Я на него установил вот эти вот откидные подножки. Потому что они обеспечивают удобную посадку, в них упираешься, и взрослый человек, сидя на заднем сиденье, упершись, достаточно комфортно себя чувствует. Ну вот здесь видно также контроллер, который был заменен штатный. Здесь сейчас стоит контроллер мощность его не указана, значит, battery voltage рассчитан на вольтаж 48, 60, 64 вольта и лимит потоку 26-30 ампер. Вот. Ну, то есть он, в общем-то, по 1,5 киловатта может обеспечить. Соответственно, с этим контроллером у меня работают три скорости. Как обычно, первая скорость обеспечивает наилучший разгон, но она не очень... Наилучший разгон с места, но она не дает высокую общую скорость входа. Значит, вторая скорость обеспечивает наилучшие крейферские качества, то есть достаточную скорость в районе 35 км в час при экономном потреблении заряда аккумулятора. Третья скорость, она дает 45 км в час, но при этом достаточно серьезно потребляет запас заряда. Значит, ну, здесь еще у меня установлена дополнительная фара головного света. Чуть-чуть она съехала. Она гораздо более яркая, чем штатная фара. И внутри в деке у меня установлены два аккумулятора. То есть там был штатный один аккумулятор 48 вольт, 10 ампер часов. Я ему установил второй, такой же, который обеспечивает пробег до 50 километров. Также я снял отсюда, вот тут стоял замок, который запирал деку на ключ. Я все это снял, это нафиг не нужно. И у меня дека запирается вот этими подножками. Крепежами под ножик. Вот. Ну, сейчас, в общем-то, я сажусь за руль и дальше уже продолжаю путь на данном транспортном средстве.